Правительство Финляндии возглавит самая молодая премьер-министр в мире. Это Санна Марин. Ей 34 года. И именно она победила на выборах правящей Финляндии социал-демократической партии. Во вторник кандидатура Марин должна быть одобрена парламентом страны. Несмотря на молодость, Санна Марин имеет довольно солидный политический багаж и опыт работы в правительстве. Ранее она возглавляла Министерство транспорта Финляндии. Теперь Марин придется урегулировать политический кризис в стране, который сложился из-за забастовки сотрудников Национальной почтовой службы. Недовольные условиями труда, финские почтальоны устроили двухнедельную стачку на фоне грядущих новогодних праздников. В результате разразившегося скандала глава правительства Финляндии Антти Ринне был вынужден уйти в отставку.